Здравствуйте, вас приветствует частный питомник waterlily.ru и наш канал про нимфеи. Это вот нимфея Paris Orange Sunset, посаженная в 4-литровый контейнер. Посажена была в прошлом году, уже прошла первую зимовку в этом контейнере. И вот такую нимфею в контейнере мы продаем. Видно вот хорошо развитую листовую массу, уже листья большие. В этом году данная нимфея будет хорошо цвести. У нее хорошо развиты две точки роста. То есть видно, что осталось совсем немного. Где-то, я думаю, через месяц данную нимфею нужно пересадить в емкость намного больше. Вот такие вот контейнеры мы продаем. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал.